Вновь приветствую в своем уютном логове. И это уже 42-я глава хардкорного выживания в Скайриме за каджета мага в тяжелой броне. И в этой главе продолжаем свой путь к дедам седобородатым. Ведь именно им сейчас нужно сдать столь бережно отобранный украли рог. А еще я вышел не в ту дверь, мне... Вот бывает, да, бывают ситуации, когда зашел не в ту дверь, бывают ситуации, когда вышел, потому что вот даже здесь, по карте, я тыкаю пальцем в монитор, и я думаю, что ты это увидишь, конечно. Конечно же ты это увидишь, да? А, вот, там буквально по карте показано, что дорога к Айварстеду идет через южные ворота Рифтена. А я за каким-то хреном каждый раз выпираюсь в северные, ну, потому что я не привык ходить через южные, потому что они находятся, ну, видишь, на отшибе. Все, так сказать, тусовочные места, они все находятся в северной части города. В южной что тут? Только ратуша и детдом. Ни ратуша, ни детдом меня не интересуют, поэтому... Поэтому туда я обычно и не хожу. Интересно, сколько времени займет дорога до Айварстеда по-хорошему? О, у меня опять сломалась рука. Мне персонаж опять не достает магию. О, вот только сейчас достал. Я не знаю, с чем это связано, почему это так работает, но вот так вот. Вот, сейчас я хочу засечь время. Понять, за сколько я добегаю до Айварстеда, сколько времени я на этом теряю. И обратную дорогу я хочу проделать действительно через, так сказать... Ты чё, уже жрать захотел? Один раз пробежался, все уже. От голода помирает. Так вот, я хочу понять, сколько времени я сэкономлю при помощи... Ну-ка. О, а местные наемнички-то стали это. Я начал их убеждать теперь. Видимо, нужно было до 50 прокачать. Убеждение. Так вот. А я хочу понять, насколько быстрее по времени заказ Убера через стражников. Что, помочь им может? Хотя не, пусть сами разбираются. Да, там вроде как крутую кувалду можно получить для Лидии, если им помочь, но... Честно, я уже не хочу настолько этим заниматься, что ты даже не представляешь. Ты, может, и даже представляешь. Ну, потому что все, режим выживания это... Сейчас... Собственно, у меня... Ты что, охренел? Кто тебе разрешал уворачиваться от меня? Ой. Я случайно по Лидии влупил. Тут еще медведь, кажется, орет. Где-то. Так, у него стальной комплект брони. Меня он, честно говоря, не интересует. Медведь вроде где-то там. Да. Ну, по крайней мере, звук идет оттуда. Но я не буду с ним разбираться. Пусть он себе орет. Сам на себя. Так, тут можешь срезать? Не, я не буду. Короче, проверим мою методику. Я надеюсь, стражники меня за это не грохнут. Вот это тут целое поле для обстрелов. Ты что, жив еще? Ого. А? Я почему-то вместо R... Я почему-то вместо клавиши R, которая, по идее, убирает оружие из рук или снимает заряд заклинания...
Я почему-то сейчас прожимал F и удивлялся, почему у меня меняется вид с первого лица на третье, вместо того, чтобы просто отменить мне каст. Что-то со мной не так сегодня. Есть такое подозрение. Возможно, действительно просто сказывается уже критическая усталость от вот этой вечной беготни. Потому что даже если ты... Я, наверное, не обижусь, даже если ты будешь эти моменты скипать, где я куда-то иду, что-то там разговариваю, рассказываю. Я, конечно, стараюсь, ну, не молчать и не дать тебе заснуть от скуки. Но, опять же, когда ничего не происходит, тут довольно сложно выступать в роли тамады. О, от меня медведь убегает, смотри. Хотя нет, он, похоже, не убегал от меня, он, похоже, догонял лесу. Это твои проблемы, косматый. Лису ты, конечно, догнал, но затоптать он ее точно не успел. Я затоптал его раньше. Вот, и плюс меня сейчас еще это. Мыслями я уже нахожусь совершенно в других играх, в которых не будет настолько дебильных челленджей. Но опять же, дебильный он потому, что я его таким придумал, сам виноват. Тут нечего жаловаться, но я уже жалуюсь который раз подряд, да? Ну да. А что еще делать? О! Что, братки? Да опять я... Почему я жму на F? Что я сделал не так? Что у меня такого? На кнопку F, что я начал на нее постоянно клацать. В Варкрафте у меня на F пинок. Он прерывает каст противника, а не мой. Почему я жму? Да, реально я жму на F, просто на автомате. Шел в жопу, медведь. А это кто? Еще один курьер. Тут одного медведь уже съел. И, кстати, по-моему, тот же самый. Ну как тот же самый, того-то я убил, это, видимо, его брат-близнец пришел мстить. Но он не понял, что это я, и поэтому мы с ним так разминулись. Мирненько. Итак. 7 минут дорога до Айверста это занимает. И это ж еще не все, мне ж еще на Хротгар подниматься. Да уж, весело. Анекдотичненько. Ну, зато ты видишь, что такое режим выживания, как в это играть. Можешь из этого сделать вывод, стоит ли тебе в него играть. Именно в режим выживания. Ну, то есть, наверное, играть в принципе можно. И когда я это делал просто ради каких-то приколюх, это получалось. Но вот проходить игру, которая требует от тебя, ну, побывать во многих разных локациях, это уже затруднительно. Я бы сказал, мучительно. Так что да. Режим выживания делал явно человек без адекватного какого-либо опыта. Ну, в плане дизайна игрового. И он явно не пытался сам играть в эту игру в том режиме, который он придумал. Очень весело. Обожаю таких мододелов. Хотя такие есть не только мододелы, такие есть не просто разработчики, но когда еще мододел занимается такой же хренью, ну тут уже... Тут уже да. Это уже диагноз. При этом я не удивлюсь, если его куда-нибудь взяли на работу за успешный мод, который добавили в основную игру. Вообще не удивлюсь. Ну, потому что ни один из людей, который его принимал, он же тоже в это не играл, понимаешь? Он посмотрел, ух ты, чел, классно сделал, режим выживания. А то, что этот режим говно, ну, это уже издержки производства. Лидии со мной нет. Да, в общем-то, не то, что бы и хотелось.
Давай я вспомню, сколько раз еще мне нужно сюда подниматься. Чисто навскидку. Меня еще каждый раз очень сильно бесили вот эти вот штуки. Потому что я совсем не понимал, какого у них размера хитбокс. И в какое место этого привидения я попадаю в него, а в какое нет. Но я... Тут вообще-то волк должен быть ледяной, а не кот. Это ты меня цапать сюда пришел. Да я не буду тебе давать даже шансы меня укусить. Надоели. Так вот, я сейчас пытаюсь прикинуть, сколько еще раз мне нужно на эту высокую сраку подниматься. И, по-моему, я могу сделать вывод, что как минимум еще раза два. Потому что один раз мне нужно будет отнести сюда свиток древний. И еще один раз, вроде как, провести переговоры. Да? Поговорить с Аргнейром. А, ну да, вернуть рог. То есть все меня ведет туда. Вот, еще одним заданием будет что-то там провести с кем-то переговоры на тему того, что вот мы сейчас будем драться с драконами, и вы нам помогите. Ну или Яхоза, если честно, я плохо помню, что тут было. Но еще два раза, скорее всего, подниматься сюда придется. То есть еще два раза мне придется всирать примерно по пол эпизода на дорогу. Круто. Великолепно. Просто замечательно. Неописуемое говно. Это вот только до Эверстеда было 7 минут, сейчас уже 11 прошло, 12 уже прошло, по идее, с того момента, как я выдвинулся. И еще минуты 2-3 мне идти. Тут еще каждый раз перезаряжаются одни и те же противники. Еще и на них приходится время и ману тратить. Но замерзание я уже совсем не боюсь. Я уже понял, что это такая номинальная штука, если ты действуешь и двигаешься быстро. А у меня нет желания делать что-то здесь медленно, потому что я и так трачу кучу времени на хрен пойми чем занимание. Но тут ничего не поделаешь. К сожалению. Опять же, отключить режим выживания. Да, я гораздо быстрее все это пройду. Но при этом, опять же, я собственный челлендж провалю. Потому что я взялся проходить в этом режиме. А провалять я ничего не хочу. Я хочу уперто все сделать, чтобы потом у меня галочка стояла. Прошел Скайрим без смертей, в режиме выживания. Устал как тварь, задолбался, никогда больше в жизни в Скайрим играть не буду, но прошел. Нет, играть я в него, конечно же, буду, но точно не в режиме выживания. Потому что все. Не знаю, может где-то здесь можно будет спуститься, чтобы мне не переться обратно в Эверстед. Потому что тут, по идее, до Вайтрана-то рукой подать, но это ж нужно спуститься, чтобы не разбить себе ничего. Хотя, знаешь, меня настолько все это задолбало, что я, наверное, рискну обратный путь проделывать в сторону Вайтрана. По-моему, там есть где-то спуск. Вроде бы даже я спускался. Типа даже лично, не только видел это у кого-то, но и сам проделывал. Если это так... Ну как, я сейчас не вспомню, так это или нет. Но вроде какая-то дорога точно есть. Так.
О, тут у седобородых на самом деле много всякого разного. Я тоже как-то раньше не обращал внимания. А у них тут целое... зелье регенерации. Ну нет, они мне это бесплатно ничего не дают, к сожалению. А чё, куда идем? Это сила у меня, этот. Наконец-таки я выучу слово «да». Ну, в смысле, всегда смогу говорить «да». Или типа того. Или какая-нибудь еще мотивационная чушь. 15 минут прошло, 15. Так, ну я выучу. Не, кстати, с учетом того, что я выучил вот это вот, да? Это... А? Чё? А? У меня управление отобрали. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. А вот теперь на меня будут орать. На... Нет, не наорались они. Ну молодцы. Чё, будет глухой герой вам мир спасать, да? Да, Року вы уже дали. Так. А Рок? А Рок? Кому? Куда Рок деть? Или он уже все? А. Они у меня его забрали, пока орали на меня. Dragonrend, but its words of power. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. But not Dragonrend. The knowledge of that shout was lost. Perhaps only its creators ever knew it. But I am not the one to speak of it to you. Only Parthenax, the master, he is our leader. He's a you weren't ready. But, thanks to the Blades, you now have questions that only Parthenax can. He lives in seclusion on the Ve- He speaks to us only rarely, and never to- Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Parthenax. О, ура. Я ж проголодался от таких новостей. Так, В смысле, ты же сказал, мы научим. Ну, учи. Кстати. Наверное, я лучше возьму вот этот вот. Крык. Кусрода. Подожди, чё? Ну, поговорить с Аргнейром, да. Perhaps not. Have you those? If the world is meant to end, so be it. You have learned, but there. Так, а о чем мне нужно с ним поговорить? Я ж вроде уже все ему сказал. We have felt the whisper of a word. Give me your map, and I will show you. Dragons have a few mortals. Так, ну это следующее слово где? Some
believe that Dragonborn are sent into the... Not hate. Dragons, there is no difference in mythic for most people. Так о чем мне с ним поговорить-то надо? But remember, the dragon blood, your destiny requires you to use your voice. If you remember to use your voice in service to the purpose of Akatosh, you will remain true. Я пытаюсь с ним поговорить, оно не говорится. Гадю. Ты меня ведешь куда-то или... Но если он сейчас куда-нибудь придет и там сядет, это будет очень смешно. Потому что, да, мне нужно поговорить с ним, добраться до глотки мира. Ну что? Ну давай, ну расскажи мне уже. А, да, похоже, они меня сейчас научат. Тут хоть костер стоит. И на этом спасибо. Я хоть... Замерзну, но не насмерть. Ну, показывай. Follow me. Lock. А, ты мне сразу все три слова научил, да? This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. О, снова пересасывание с каким-то пожилым молодым человеком. Это мне не нравится уже. Not to be embarked upon lightly. Moving, stay focused on your goal. Так. Хорошо. And you will reach the summit. Понеслась. Надо быстренько, быстренько. Ой, что такое? Это, оказывается, тоже плохая погода. Это тоже плохая погода. Ну да, похоже на то. Чем у меня? Ну, потихоньку продвигаюсь. Слушай, а вроде это все, да? Вроде все. Или там дальше еще? Да, дальше еще плохая погода. Он аж козу приморозило. Меня не приморозит. Я главный герой. Ух ты ж, зараза. Я-то думал, тут не будет врагов. Такими какими-то минимальными урывками
А, вот, я вижу туман. Прямо оно туманом расползается. И тебя я тоже вижу, скотина. Опять же, попасть я в него не могу, я не... Оно маленькое, юркое, говнище. Тут еще и угол нужно какой-то занимать, оказывается, чтобы оно полностью прочищалось. Ну я вам что, трубочист, что ли? Водопроводчик. Казань сдохла, смотри. Это мы исправим. Слушай, я не знаю, а там вообще есть какое-нибудь типа тепло? Наверху? Или я там и подохну? Ну, хоть недра я прочищать научился, там Лидия дерется с привидением, мне уже не интересно. Я уже не хочу ни с кем сейчас драться. Я задолбался. Ух ты, какая красота! Закат багровый. А я не знал, что тут так красиво наверху. Вау! Ай! А где меня цепануло? Я не вижу даже. Чтобы была плохая погода, вот там вижу, а там не вижу. Но меня все равно цепануло. А я начинаю замерзать еще. Так, 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 тихо. Не помирай. А то сейчас устроишь мне здесь трагедию века. Правого или левого разбираться будет уже следователь. О, ура, ура, глотка мира, как классно. Только мне все равно, падла, подниматься на нее потом еще раз пешком. Здравствуйте. What brings you to my Strunmach, my mountain? Yes, it has been long since I held Tinvok with a stranger. I gave in to the temptation. Evena, Drech, tell me. Drem. By long tradition, the elder speaks first. Hear my thum, feel it in your bones. Match it. Ну теперь и он на меня будет орать. То деды наорали, теперь дракон наорет. Я ж на тебя тоже в ответ наору. А, ты мне стену растопил. А, все. Ты мне душу дракона сейчас передал? А у тебя она где? В заднем кармане лежала? А, наорать на него огнем? Ну, это запросто. Где тут? Мордочку тебя согрел. О, yes! Так вы у нас мазохист, батенька? You would not come all this way for Tinvok with an old Dova. Alduin come, but I, your, our Hadrime, Drem, all in good time. First, a question. Yeah, but why? Why must you, Pruz? Some, perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lin Vokin. Par,
Rofus, maybe you only balance the four, even those who... But you... Do you know why I live here, at the peak of the Monaven? True. Varucht und... yes. The North... It was the Kel, the Elder Scroll. They used it to... not... which is why I have lived... Teed... If you... With the... You could learn Dragonrend from the Crocid. You are likely better informed than I. Trust your instincts, Dovak. So, what would you ask of me? Итак, собственно, что мы от него... Ой, нет. А как спускаться, кстати? Или я тут действительно сдохну? Дремьолок, greetings. Да и нет, я уже с тобой наговорился, мне нужно как-то отсюда слезть. Ну, похоже, пешком. И быстро. И никак не наскачется. Короче, что мы от него узнали? Что Алдуина в прошлый раз победили, запулив его в будущее. Ну, собственно, где он сейчас и появился. И начал воскрешать всех тех драконов, которых забили после его исчезновения. И теперь нужно его либо еще раз запулить в будущее, либо добить окончательно. По-моему, все-таки добить окончательно. Но чтобы это сделать... Чтобы это сделать... Нужен древний свиток. А где находится этот древний свиток, хрен его знает. Ну, точнее, мы уже знаем, что в Черном пределе, но... Герою нужно еще выяснить. И... Чтобы это выяснить, нужно отправляться в коллегию. Меня наконец-то туда пустят, наверное. По крайней мере, похоже на то. А тут что? Опять? Да только не говори, что опять. Да, опять. Нужно прочищать эти проходы. Слушай, я так и насмерть могу замерзнуть. Полагаю, что это не очень долгий процесс. Что-то совсем плохонько. Дела мои обстоят. Но я вижу там эти тучки облачка. Они ж меня не пропустят. Жесть. Игра, конечно, просто... Ну, в смысле, вопросов к игре нет. Игра не предполагала, что я буду пешком все это преодолевать. Короче, вот если ты это смотришь, я тебя заклинаю, никогда в жизни не прикасайся к режиму выживания в этой игре. Он говно. Ультимативное говно. Вот типа, наверное, сложно найти мод, ну, который на серьезных щах сделан, и который был бы хуже, чем вот это. Ну, разве что Requiem for a Balance. Но я в него не играл, поэтому судить не могу. Собственно. Основываюсь на впечатлениях от взгляда со стороны. Что он тоже, скорее всего, отвратителен. Но а это, ну... Тут ты видишь, что мне делать приходится. Целый эпизод мы с тобой корячимся, вот этим говном занимаемся. Вместо того, чтобы во мгновение ока и кока вернуться обратно. Ну, вроде все. Ну, хоть небо красивое, уж на том спасибо. Я не знаю, вообще бывает такого цвета аврора? Даже если не бывает, все равно красиво. Кстати, уже замерзаю насмерть. Уже очень близок к тому, чтобы это сделать. Тут хвала всем богам. Деды костер развели. Я не сдохну, я буду жить! Ура! Сейчас отогреюсь, и можно будет идти к ним в сарай. Расспрашивать о всяком, одну секунду. Итак, собственно, что, отогреться?
спросить у дедов, что там по поводу свитка, где мне его искать. Меня сейчас определенно пошлют в коллегию. И нужно будет спуститься отсюда как-то. Не знаю, буду ли я это делать, собственно, тем способом, которым изначально хотел. То бишь, сигануть со скалы, точнее, по камушкам раскакать. Но если получится, то будет круто. Если я увижу, что там слишком рискованно и опасно, естественно, я этого делать не буду. Я не собираюсь самоликвидироваться и все это проваливать вот так. А где? А куда мне? Что-то не понял. А чё optional? Почему optional? А, типа либо с Эсберном, либо с Аркдэ... Какая разница? Этот-то ближе, мне не нужно до него переться. Так что тут без вариантов. Я лучше с дедами поговорю. So you did he tell you what you want? So be it. We have never asked for where to find it. They may be able to tell you something about the Elder Scroll you seek. Such take your question to the College of Winterhold. Все. They may be able to help. Теперь определенно коллеги у меня должны пустить по моим документам до Вакина. Должны же? Должны. Ну, а ныне... Подожди, я не хочу на выход. Я хочу отдохнуть, поспать. У вас тут вообще можно прилечь? Я не хочу ночью переться. О! У них хоть отдохнуть можно будет. Все-таки по солнышку спускаться гораздо приятнее, чем по ледяной темной ночи. Что-то да, что-то уныло. Настроения никакого нет из-за вот этих всех длительных похождений. Но вроде сейчас должно быть повеселее, потому что, скорее всего, следующие несколько глав, они пройдут во всех этих перделах, переделах и тому подобных местах. Итак, есть ли какие-то шансы на нормальный спуск? Чё-то сомнительно. Ладно. Давай уж лучше я пешком. Неприятно, но что поделать. Ну, а когда уже спустимся в Айверстед, просто припалю подол платья кому-нибудь из стражников. Ну и все. И по этапу сразу в Рифтен. Должно быть попроще. Если, ну, если вот так все будет. И если мне хотя бы обратный путь проделывать не придется. Уже получше. С этим уже можно будет жить. Причем, скорее всего, меня ждет еще одно испытание. Снова испытание холодом. На этот раз уже как раз не в Винтерхолде, а к северу от него, потому что именно туда мне нужно будет идти и искать этого какого-то там поехавшего мага, который заперся в своей лаборатории на северах. Пытается раскусить тессеракт, запертый во льдах.
Или это вообще побочка? Да нет, это вроде основное задание. В любом случае, с этим магом мне тоже ж нужно будет поболтать. Ну, хочется верить, что все пройдет гладенько. Ну, по крайней мере, до... По крайней мере, до Рифтона я сейчас доберусь нормально, я надеюсь. Это какая же долгая дорога, чего вот это вот... Вверх-вниз, вверх-вниз, что за качели? Нельзя было, что ли, пробурить ее прямой? Не вот эти серпантины, ну мы ж не в реальном мире, фэнтези же. Ну. Можно ж было дорогу сделать короче. У меня вообще ощущение, что я иду по одной и той же дороге, и она не закончится никогда. Не серьезно, что она такая длинная, что ли, была все это время? Возможно, я потихонечку уже начинаю обезумевать. И я уже путаю ступеньки, я уже путаю часть маршрута. Да нет, вот он, котик, которого я тут ласково согрел. Наверное, уже почти спустились. Ну, уже похоже на то, что почти спустились, да? Та лужа, которую я нассал... Ну, не я, но об меня ее нассали, скажем так. А, ну да, все, почти уже внизу. Ну, сейчас, в тюрьме отогреемся. Надо только спуститься. Я думаю, что я не буду ждать начала следующей главы, я прямо сейчас проверю эту теорию. Нужно только добежать до представителей закона. Тут что, еще и медведь был, да? А я уже и забыл его. Страшный сос. Кстати, на неделю уже... Вообще, в день, когда выходит этот видос, должен выйти Талматург. Если он у меня нормально работает, то Скайриму придется потесниться и уже вместе с ним параллельно выходить. Потому что я так хоть как-то отдохнул, хоть что-то свежее. И на канале будет что-то свежее, а не говно медвежье. Посмотри. I've been looking. I have a letter here from Quintus Navale in Windhelm. He said it was urgent. A letter. Looks like that's it. Got to go. Ну давай посмотрим. Это не оно. Письмо из Виндхельма, да? А, подожди. Нет, вот это вот оно. Фиал? Подожди-ка. Ну? Что ж, давай проверять. Подожди. Все. И... Сработало! Такси до Рифтона за 40 септимов. Супер. Я только что буквально в 2 раза ускорил себе прохождение игры. Тем, что... Ну, тем, что я догадался, что можно так делать. Замечательно. Просто отлично. Потому что теперь вот этот весь маршрут туда, к сожалению, придется проделывать все еще пешком, а вот обратно вот так. Супер, прекрасно. Я думаю, что вот как раз на этом можно сделать небольшой перерыв, потому что в следующей главе я отправлюсь в коллегию и уже оттуда в
черный предел, в огромные-огромные подземелья, кучи фалмеров с кучей две мерзких машин и прочего неприятного, но и лутабельного. Так что никуда не уходи, я сделаю нам чаю.